strung out on a feeling. My hands are tied, your face on my ceiling. I fantasize, oh, I can't. Всем привет, с вами Олег Помазан, и сегодня будет первый обзор предстарта нового проекта, который называется «Водопад Мани». Старт его состоится 10 сентября 2023 года, ориентировочно в 16 часов по московскому времени. Точное время старта будет опубликовано чуть позже в группах, чатах и на сайте. «Водопад Мани» – это второй проект надежного и проверенного временем админа проекта Galaxy Project, который успешно работает уже 3 года и будет продолжать работать. Вход в проект «Водопад Мани» составляет 100 рублей, и каждое ваше место принесет 60 тысяч рублей прибыли, плюс предусмотрена трехуровневая реферальная программа, которая увеличит ваши доходы в разы. В проектах данного админа используется токен для внутренних взаиморасчетов, который называется GPT. 1 GPT равен 1 рублю. Итак, давайте начнем обзор с регистрации. Ссылка на регистрацию будет в описании под данным видеороликом. Как видите, регистрация происходит строго по реферальной ссылке. Или если вы знаете логин своего спонсора, можете здесь его прописать и продолжать регистрацию. Но лучше всего пройти по реферальной ссылке своего спонсора, прописать свою электронную почту, логин, свой кошелек Payeer, придумать пароль, прописать код и нажать «Регистрация». Все эти поля нужно обязательно заполнить при регистрации. А если у вас нет еще пока своего кошелька Payeer, то ссылка на него будет также в описании под данным видеороликом. Пройдите по ней, создайте себе кошелек Payeer, скопируйте там номер кошелька и вставьте его в поле регистрации. Итак, после регистрации входите в свой личный кабинет и для начала перейдите в раздел «Профиль», далее «Редактировать» и создайте себе платежный пароль. Я, например, прописал 8 цифр, а после создания нажмите «Обновить». Далее в каждом разделе заполните необходимые данные и сохраните. А чтобы загрузить аватар, перейдите в раздел «Основная информация», далее нажмите «Выбрать», выбирайте на компьютере у себя нужную фотографию. Я, например, выбрал фото размером 200 на 200 и после загрузки нажимаете «Обновить». После заполнения профиля перейдите в раздел «Пополнить», прописывайте необходимую сумму и нажимаете «Пополнить», после чего вас система перенаправит в кошелек Payeer, и после пополнения баланса вы автоматически вернетесь в свой кабинет. И обратите внимание, сейчас на предстарте проходит акция: при пополнении от 3000 рублей вы получите плюс 10% от суммы пополнения на баланс. И далее после пополнения перейдите в раздел «Главное». На предстарте разрешается купить по одному месту с 1 по 5 стол, и покупка происходит последовательно. А на старте уже все ваши места активируются автоматически, расстановка будет по дате и времени регистрации. Итак, чтобы купить место в первом столе, нажимаю «Тобот 1», далее «Активировать». Теперь система разрешает мне купить место во втором столе, нажимаю «Тобот 2», «Активировать». Далее «Тобот 3», «Тобот 4» и «Тобот 5». Рекомендую на предстарте купить места во всех 5 столах, чтобы ваши личные рефералы на старте не смогли вас обогнать в более высших столах. Но если, например, получится так, что вы купили только первый и второй стол, а ваш реферал купил еще и третий стол, то при расстановке на старте в третьем столе ваш реферал уйдет в структуру вышестоящего спонсора. Таким образом, вы потеряете реферала в структуре своего третьего стола, но реферальные вы с него получать будете постоянно. Кстати, вверху можете скопировать свою реферальную ссылку и привлекать по ней партнеров. В разделе «Промо» можете скачать себе баннеры различного размера. Далее, в разделе «Партнеры» вы можете ознакомиться с профилем любого своего партнера, нажав на логин или аватар. А на старте после расстановки вы можете увидеть свои матрицы в разделе «Структура». Сейчас у нас будет стартовать пока только первый тариф «Тобот». В дальнейшем будут запускаться предстарты тарифов «Орегон» и «Виктория». На главной странице вы можете подробно ознакомиться с маркетингом тарифа «Тобот». А также обязательно вступите в наши группы Telegram и ВКонтакте. ВКонтакте у нас сейчас проходит конкурс репостов, и призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. Ознакомьтесь с условиями конкурса и принимайте участие. Маркетинг в нашем проекте несложный, я думаю, вы сможете сами разобраться. Но я все же хочу некоторые моменты объяснить. Боты – это клоны, вышедшие по маркетингу, и вы с них будете получать такую же прибыль, как и с основного места. Но отличие бота от основного места в том, что после прохождения 10 столов бот не идет на реинвест. А вот ваше основное место, пройдя все 10 столов, пойдет на реинвест в структуру вашего спонсора в первое свободное место. И у вас там начнет строиться вторая структура. При этом все боты, которые будут выходить там по маркетингу, будут идти именно во вторую структуру. А также новые рефералы и автоматические боты будут уже идти во вторую структуру. При этом у нас предусмотрена точечная расстановка. Таким образом, после старта вы сможете покупать дополнительных ботов, которые сможете уже ставить в любой выгодный вам стол любой структуры. И еще в нашем проекте будет работать игра по развитию персонажа. Это абсолютно бесплатная игра, и более подробно мы рассмотрим ее в следующем обзоре. Ну а на сегодня информации достаточно. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.